Осознанное потребление и забота об окружающей среде. В Подмосковье работает предприятие полного цикла утилизации отходов и лома черных и цветных металлов. Место, где техника обретает вторую жизнь, посетила наша съемочная группа. Автомобиль или монитор, холодильник или железнодорожный вагон. Мощности предприятия «Вторалюминпродукт» позволяют утилизировать любую технику, содержащую черный и цветной металлы. За последний год вовлеченность населения во вторичную переработку оборудования выросла на 15%. Наша концепция заключается в том, чтобы мы увеличили сбор именно от населения электротехнического и электронного лома. Это основная наша сейчас задача. Мы работаем с такими подразделениями, как школы, институты, больницы и так далее. Мы забираем все полностью электротехническое оборудование от них. После того, как использованная техника попадает на предприятие, в дело вступают шредеры и разрыватели. Умное немецкое оборудование сортирует и разделяет сырье на фракции. Процесс полностью механический, сопровождается минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Комплекс «Вторалюминпродукт» расположен в Некрасовке, в районе с непростой экологической обстановкой. Все зарубежные компании экологии уделяют особо важное внимание, ну, мы не исключение. 14001 – это тот сертификат, который у нас получен с 2015 года. И каждый год приезжает сюда группа иностранцев, которые, то есть, да, и в том числе при поддержке у них здесь есть представительство, и проверяют полностью весь цикл. «Вторалюминпродукт» в числе лидеров российского рынка по переработке металлов и утилизации электронного оборудования. С 2018 года предприятие входит в группу компаний «Акрон Холдинг». 11 металлургических заводов и 5 компаний по переработке сырья обеспечивают замкнутый цикл работы – от сбора отходов до выпуска готовой продукции. Мы компания полного цикла. То есть для нас очень важно показать, что мы не просто, скажем так, переработчики и утилизаторы, да, но вот это сырье, которое мы собираем, перерабатываем, мы используем для производства готовой продукции. В этом году руководство «Акрон Холдинга» внедрило новую коммуникационную стратегию. Компания решила показать все свои активы и наглядно продемонстрировать производство. В рамках организованных пресс-туров представители общественных организаций, СМИ и жители могут больше узнать о заготовке и переработке сырья, производстве готовой продукции, об экологических и социальных аспектах. В планах руководства холдинга регулярное проведение пресс-туров. Следующий день открытых дверей на «Вторалюминпродукте» запланирован на апрель следующего года. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.